Мне нужно немножко согнуть колени. Ну так вот, мы не знаю, находимся на каком мосту, но мы чувствуем себя отлично. Ночь прошла замечательно. И мы, хотел сказать, счастливы, но мы просто радостные. Сейчас вы можете наблюдать прекрасный пейзаж. Смотрите, что у нас здесь происходит. Лед плавно переливается по воде. Водная рябь начинает атаковать просто берега этого прекрасного города. Я не знаю, что будет дальше, но, не знаю, туман окутывает пространство крыш, которые находятся наверху над домами, и мне становится жарко. Такой напряженный матч, я не знаю, что больше делать. Смотрите, смотрите внимательно, и гол! Итак, оставайтесь с нами, мы будем здесь после рекламы на РДТВ. До свидания, господа. До встречи.